Эффективных инструментов регулирования численности бродячих животных в Сургуте у городских властей нет. Об этом сегодня рассказали на брифинге. В этом году в городе выловили более 1500 бездомных животных. 55 из них вернули хозяевам. Около 400 собак забрали зоозащитники. На эти цели городской бюджет выделил подрядчику 6,5 миллионов рублей. По статистике, которую ведут ученые Сургутского госуниверситета, численность бродячих животных в Сургуте практически не меняется. Каждый год их насчитывается около 3000. Меры, которые предпринимают подрядчики, помогают лишь сдерживать рост численности четвероногих. В полномочия органа местного самоуправления, вообще-то, в принципе, государственные полномочия регулирования численности животных, нам переданы полномочия именно в части отлова, передержки и утилизации безнадзорных животных, которые мы исполняем. Иных вариантов на сегодняшний день закон не содержит, таких как создание приютов для безнадзорных животных. Я считаю, что это должно все быть как-то на добровольной, волонтерской основе все сделано, а не государственном уровне регулировать данные виды деятельности.